безобразие. Никакой конкуренции. Так, у нас, между прочим, осталось 1, 2, 3 боя, и это третий из них, самый такой незначительный. Но, кстати говоря, при этом... Да нахуй тебе самый незначительный! Ну чё, подколол, будем откровенны. Могёт! Знает, наверное, на личном опыте, каково это бывает. Чё я могу сказать? При этом я хотел сказать, пока Саныч тут не стал распространять крепоту, что, впрочем, это единственный бой, по-моему, из всех, который нам представят, в котором есть хоть какая-то интрига, потому что в группе Саныч Бин-то протащил. Вот так вот. Вот, и сейчас все будет очень интересно. Бин, кстати, не делает выводы, не учится на своих ошибках, выбрал эту красную, вот эту вот, Рибот, Джинсей, как вот, Туборг. Туборга, Туборг Грин. Нет, это Туборг Ред. Туборг Ред. А он может в процессе боя менять стили там? Нет. Это как вариацию выбираешь. Хочешь Сайрекс, хочешь Сектор, хочешь Смок. О, прикольно. Хочешь Кипер Сап. Вот, меня все покинули, шутки шутить не с кем. Шути сам с собой, ты же это, все знает про руку не знает. А я шутками не мастурбирую, в отличие от некоторых. Мне нужен партнер. Я готов. Ну что, давай. Давай. Сереж, давай, вот я с тобой. А что это сзади-то? Партнер. Давай, иди сюда. Ладно, скажешь. Понеслась. Посмотрим, где, кстати, без шуток, это, пожалуй, самый оригинальный, ну, самый, пожалуй, непредсказуемый бой сегодня вот из всех трех оставшихся, потому что силы заберет абсолютно равны. Саныч сегодня трезвый, задорный, вот, на чайке. Шуточки порассказывал. Шутки пошутил, уже. Да, он заряжен на победу. С другой стороны, Бин все-таки больше выше котируется, хотя я не знаю, почему, если честно. Может быть, потому что, когда он сказал Скорпион, он Саныча протаскивал. Но пока мы видим достаточно рандомный, короче, спешл, и я думаю, что у всяких людей типа Флэта или Беляла уже, короче, глаза вытекают потихонечку на щеки. Ну, между прочим, на вполне себе нормально комбы делает у нас Бин. Единственное, что где комбы? Саныч вот нас вот? Дропает. Нет, сейчас он спейсит. И видишь, в данном случае он благополучно его все равно задамажил, даже когда получал в щи. Пока прыжки, все, нам. Все, Ханука, господа, это Ханука. Первый раунд. А вот если бы был скейлинг, то было бы все гораздо напряженнее. Но скейлинга мы лишены, будем смотреть, что имеем. Вот это, я вижу, вот это называется стрекать. Там даже звук такой стрекать. Стрекать. Ну, допустим. Давай, Кана, вспоминай, как ты в фильме, короче, там задушил человека. А потом Соня нежно обнимала своими... ножками бляшками. Твою шею, да. Да, да. Но Сони-то нет. Вот, кстати, с Буканы дрался с Соней. Ну, что-то Саныч совсем запассивился. Надо, ну, шутки про пидоров шутить, короче. Он гораздо активнее играл в группе, я хочу сказать. Гораздо активнее играл. Пока не шутил. Шутки про пидоров, да? А мы же не уточняем, чем он играл. Так, поехали. Так, ну ладно, первый бой... Саныч, не поехали, а проехали. Первый бой разогревочный, так что нормально. Трофи, вы Гушер. Не знаю, что это значит, короче. Кто-то стал Гушером. Что-то человек сделал. Загашивал. Есть Саныч за помоется, а есть захват. Практически одна и та же херня. Ну что это такое? Ну никакой конкуренции. Не, ну почему? Сейчас он запанишил. Хотя был метр засейвить, но решил его не тратить. Не знаю. По-моему, Бин Саныч разводил в группе. Он очень поддавался ему явно, а сейчас Бин, короче, включился. Когда все уже серьезно, тут, между прочим, кто проиграет, тот вылетает с нашим да. Честным турниром. К чертовой матери. Да. Еще деньги отбирали. И идет есть. Нет, деньги уже отобрали перед началом. Да, блин. Так отвечаешь, где ты поешь? Денег-то нет. Есть деньги, мы у тебя возьмем. Так значит, отбирают деньги. Мы у тебя возьмем. А, то есть они будут стоять и ждать победителя, да? Ну вообще, ну просто, ну как-то никакой конкуренции. Где напряг? Саныч, нет, на самом деле никакой конкуренции, это когда вот тут ХП вообще не улучшается. Я считаю, что Саныч должен миксить. Вот Саныч очень хорошо атакует, вот он набегает, короче. Да, Саша, тебе нужно больше прессинга. Да, вот Саныч. Ты можешь. Саныч, вот сейчас со мной согласятся, нужно больше вниз нога и коленочки в лицо. Вот. От этого теряется Бин. Вот Бин сейчас сам перешел в прессинг, очень хороший паниш, очень бездарный, я бы даже сказал. Вот. Ну что имеем, и тут можно имеем. Было попробовать продолжить, конечно. Это наказывалось, но Бин не наказал. Но ничего, нормально, все равно развел. Бин вообще ничего не вытащил из этой херни. Ну и что? Ну и что это такое? Ну что это? Саныч ни одного оверхеда. Саныч очень мало опций использует, к сожалению. А Бин выиграет тем временем второй раунд. Напряженненько становится для полосатого. Напряженненькая ситуация. Саша, давай в наш этот, в наше логово вылетевшего. Я бы на месте Саныча сменил зону. Чисто из доброй стороны. Главное не ориентация. Да. Нет, это уже поздно. Поздно? Слушай. А ты хочешь сказать, никогда не поздно?
Практика показывает, что никогда не поздно. Короче, мы еще хуже. У Беляла была просто анальная фиксация, а у нас, блядь, какая-то гомосексуальная фиксация. Гомосексуальная фиксация, давай. Ну, главное, что не ориентация, чувак. Ладно, ну, кстати, надо соскочить с этой темы. Слушай, с фиксацией до ориентации. Вот как только мы не обсуждаем бой, Саныч тащит. Да, давай, может, ты говорить про снова про педошуточки, все будет хорошо. Я, кстати, сегодня придумал слово фило... Блядь. Есть слово филантроп, а есть филопед. Филопед это кто? Детолюб, который любит детей, спонсирует их. Вот, может быть, у него... Почему нет? Я на рассказ ставлю, фантастический. Это как это, на аналогия на слово педофил, филопед? Ну, это на аналогии, это да, как бы переставлено. Кстати, филопед, да, филопед, педофил. Я так и придумал. Я просто хотел взять рассказ, где были бы педофилы положительные персонажи. Сценарий Кейн, это самое, обратите себя пристально внимание следственного комитета. Жень, обязательно, 18-21, потому что у нас тут идут диалог про педофилов положительных персонажей. Да. А тут всем, кстати, есть. Саныч, давай! Саныч, ну ёкалмане. Давай, больше прессинга, эверхедик. Ну все, ну вот. Давай, педофилы. Вот 1-1, между прочим. Ну нет, но Саныч-то тащил. Саныч, вот один верхочек. Нормально, уже конкуренция пошла. Вот. Этот человек мне что-то про футси втирает. Кто? Да мы все. Вот сейчас оверхед ёбни. Вот. Я знаю, я знаю, что я не умею в эту игру играть, еще не значит, что я не понимаю, что происходит. Ах, дропнул, но ничего, сейчас он. Ничего, сейчас он все сделает. Да коленочка в лицо. Вот коленочка теперь должна была быть после этого. Эх, не продолжил, Саша. Нормально, это была нормально. Бы фулочка. Так, не делай тупых не делай голов, тупых. Пожалуйста. Давай. Ну что, еще мы стоим, что мы ждем? Смотри, напряженное лицо Саши. И да, отличный нож. 2-1. Знаешь, он самый главный, Саныч, он не встанет. Саныч собрался. В отличие от Джейсона. Ну да. Тут не будет таких подлянок. Да, больше такого не состоится. Вот то, что вы хотели, Саныч. Коленки да, и оверхеды. Это все, что и нужно делать. И дроп комбы. Ну, не без этого. Ну, одно к другому не как-то. Слушай, это лузера. Лузерах, допустим. Они должны соответствовать, в конце концов, высокому статусу. Слушай, это охеренный удар у него. Он что, армор, что ли? Который огонь, да. Но это единственный его армор. Херать. Он, блин, он покрывает вообще всю зону вокруг него. Нет, на самом деле. Но он не... Ну, перепрыгнуть, да, нельзя. Ну, хотя бы, что он вокруг. Как это, тречит. Саныч, приближайся, оверхед, бляха-муха, что ж ты творишь-то? Если бы он еще и рестендил, был бы сейчас. О, молодец, красавчик. Напряженный бой. Это, может быть, ключевым моментом в этом поединке. И Саныч все-таки затаскивает. Блестяще. Очень напряженный бой. Это, может быть, ключевой момент. Бин сейчас, он признавался в курилке, что у него мандраж. Вот. Мы об этом напомним. Бин, ты не забыл про свой мандраж? Так, давай, ты это, психологически воздействуешь на него, не надо. Мы должны быть очень нейтрально, как комментаторы. Саныч, давай! Бин простит нас, он знает, что мы пришли вместе. Очень хороший паниш от Саныча. Прекрасно, лучше не придумаешь. Мужики, вот это как пособие по игре закана. В любой непонятной ситуации втыкай нож. Все остальное для лохов, комбо на 40 для лохов. Вау, разорный бросок! Какие техи-то пошли, с ума сойти. И Бин, он на реакцию. Но Саныч сберег! Ждал. Вот, Саня, вот как только ты будешь стоять в блоке, тебя будут дрючить. Дрючить тебя будут. И что вытащит? Мы сейчас увидим магическое действие Скеллинга. И... Потрясающе! Просто невероятное какое-то. Саныч на отпрыге вонзил ножом, поршнул, короче. 2-2. Вот теперь уже матч. Вот это, наконец. Пожалуй, пока самый напряженный бой сегодняшнего дня. Что он там, You My Bitch говорит? Ну, почти. Или он говорит You My Bean? Я не расслышал. Где запятая? Вот грязные техники использует наш комментатор Сергей. Грязные техники, идёшь что-то на... Я не могу не обратить на это внимание. Тоже. Ну, слушай, Бин пока очень... Вот Бин, знаешь, за это... Он пошел в атаку, Бин пошел в атаку, Саныч стал теряться. А в их паре кто атакует, тот побеждает. Да. Поэтому я должен вообще увидеть праздник атакующего Mortal Kombat, но при этого они регулярно крестят по углам. Ну вот сейчас Саша начинает делать ошибки. Главное, Саша, ошибок не делать. И канаболы в блок-то не надо делать, и пустых оболов, Саша! Твоя самая главная ошибка была в том, что ты играешь в Mortal Kombat. Больше ошибки сделать нельзя. Хуже некуда, да, ты хочешь сказать? Но, блин, оверхеды и коленки в лицо должны присутствовать в этой игре, Саныч. Мы напоминаем тебе, что надо миксить, родной.
Да, не надо ставить все на игру. Да, я перкотов поменьше. Нет, перкотов. На самом деле сейчас отлично, он не запанишь, но за и выедел за то эту штуку. Не кажется, что это надо панчить не перкотом немножко. Может и перкотом, пусть хотя бы перкотом. Ой-ой-ой, вот и ключевая вот ошибка Саныча. Да. Очень жестоко, очень больно. 32, 33, 35. Невероятно, да. Ну это, конечно, это позор. Подожди, между прочим, Саша пытается, говорится, отбелить свое имя, и уже равны шансы. Нет, сейчас Бин будет вытаскивать его, и Саныч, коленочку сделать надо, коленочку! Да не колено, а не ногу! Ну что такое? И брутал! И трофи. Но это лучший бой сегодняшний, несомненно. Саныч, если бы ты сделал колено, нож ты бы добил. Да, блин, вы же тебе все кричали. А у него, думаешь, не стряслись? Не, ну отлично, отлично, это интересно. Теперь у нас не Бипли встретится с Бином. Это было огонь. Это был огонь. Сохраните для потом. Да, Жень. Ты с 2-2 вышел на 2-2, молодец вообще. Ты сохранишь же, да? Да, Саныч, вообще, как король шел. Блин, вот что ты в конце сделал одну ошибку, он тебя похоронил. Ты так клево оттащил. Давай, я вот как раз хотел. Вот это огонь вообще. А у нас, между прочим, сейчас Ланку и Витязь. Винера, Ланку и Витязь. Турнир первая категория? Да. Вот тут уже серьезные пацаны.